Ну, план на игру был взять мяч под свой контроль, играть в атакующий футбол. В принципе, то, что мы показываем на протяжении всего сезона. Я думаю, тут все согласятся со мной, то, что мы всегда играем на атаку. Надо считать как команду атакующего плана. Главное было не пропустить гол, не сделать каких-то ошибок, которые привели бы к этому голу. Ну а так, играть первым номером и побеждать. Другого плана не было. Мне кажется, увереннее как-то начали играть, сыгрались уже. Каждый к каждому привык. Почувствовали уверенность, наверное, больше, поэтому меньше ошибок стали допускать. Необоснованных. Я думаю, нету там, чтобы сильно такая физическая усталость у игроков была. Тренера все-таки подбирают тренировочный процесс. Если где-то после, ну, день большой нагрузки, то понятно, что на следующий день там будет и более легкая тренировка. Так сказать, в режиме поддержания. И, ну, конечно, я переживаю, когда не выхожу на поле. Я думаю, каждый игрок переживает. Ну, все зависит от тебя самого. Надо работать больше, значит. Проявлять себя на тренировках, и это не останется незамеченным. Начинал этот сезон больше с игр за дублирующий состав, но не сказал бы я там, что тяжело физически было перейти с уровня дубля на уровень высшей лиги. Скорее всего, психологически чуть-чуть было, ну, тяжеловато, но а так нетрудно было. Да все игры по-своему сложные будут, там вот, чтобы выделить какого-то определенного соперника, да нету такого. На всех настраиваемся одинаково, там нету такого, как, например, возьмем там любую команду, кто ниже будет нас, что это слабая команда, это проходная игра. Нет, такого нету, мы на каждую команду настраиваемся серьезно, играть только на победу. Если команда сверху, ну, выше нас находится, то, конечно, может, где-то в подсознании мы понимаем, что будет игра чуть сложнее, но все равно мы на каждую команду настраиваемся серьезно, и все игры будут тяжелые. Не сказал бы я, что в гостях играть легче, чем дома. Понятно, что дома придут близкие смотреть, там, родственники, болельщики, свой стадион. Дома всегда тоже хочется побеждать. Так что я не сказал бы, что там в гостях легче играть, чем дома. Ну, везде по-своему тяжело играть. Думаю, нету такого футболиста, который там выйдет на 5 минут и будет говорить, что ему времени хватает. Конечно, всегда хочется играть больше, но еще раз повторюсь, все зависит от тебя самого, как ты себя проявляешь на тренировках, как ты работаешь. Ну, тренерский штаб все это видит, и они принимают решения. Так что буду работать дальше, чтобы играть больше.